Здравствуйте! В эфире Кировские видеоновости. Предприниматель Раиса Аверьянова продолжает строительство нового здания на месте магазина, известного кировчанам как магазин номер 7 или просто 7. С самого начала строительство вызывало множество вопросов. То ли там реконструкция, то ли капитальное строительство. Были выявлены нарушения. Наконец, на прошлой неделе, на заседании Кировской городской думы, главный кировский архитектор Дмитрий Болгов признал: нарушения есть. Мы обратились с иском в суд. Примечательно, что администрация обратилась с иском в Кировский районный суд, а не в арбитражный, как полагается. В Кировском районном суде у Раисы Аверьяновой работает племянница, федеральный судья, и близкая знакомая, председатель суда. Поэтому очень вероятно, что этот суд своим решением в пользу Аверьяновой может просто узаконить все нарушения. Несмотря на предписание прокуратуры, продолжает работать котельная на улице Карла Маркса. Судите сами, в 21 веке в непосредственной близости от многоэтажного жилого района работает котельная на мазуте. Смог и сажа при правильном направлении ветра оказываются в домах, расположенных по соседству. Люди не могут сушить белье на улице, ставить во дворе автомобили и просто спокойно дышать. Кроме того, стоки нефтепродуктов текут по окрестным каналам. А тем временем администрация никак не может решить вопрос принадлежности этой котельной. Шлют людям отписки, что котельная, мол, не наша, а железнодорожная. Несомненно, дышать от таких ответов людям становится легче. Третий месяц длится в Кировском МОВД формирование общественного совета при отделе полиции. На поданный в заявленный срок заявления от граждан, желающих участвовать в работе совета, скоро 2 месяца как нет ответов по существу. Принятый, не принятый, сформирован ли этот совет или так и не сформирован. Данный общественный совет в предыдущем составе в каких-либо инициативах замечен не был и, по сути, бездействовал. Бывший заместитель губернатора области Владимир Абраменков вернулся в Киров в роли советника губернатора. Принял к себе на работу в качестве помощницы свою 73-летнюю соратницу Галину Левинок и на днях дал интервью корреспонденту местной газеты. Он рассказал, что теперь жителям Кировского района не нужно ездить со своими жалобами и проблемами в Калугу. Можно прийти на прием к нему и все высказать. Надо отметить, что проблемы жителей не решались и ранее поездками к Абраменкову в Калугу. Не решатся и походами на прием в Киров. Кировчане получили в лице Владимира Александровича бесплатного психолога, которому можно рассказать о своих проблемах. Просто рассказать и все. Кировские новости. Михаил Обухов, Дмитрий Мартышенко. Спасибо за внимание.